Без преувеличения, долгожданное событие состоялось в Очимчире. Детский сад «Адзых» после длительного ремонта распахнул свои двери для более 100 ребятишек. Директор сада Алла Гергия поздравила коллектив и родителей с этим знаменательным днем. Глава администрации Чемчирского района Беслан Бегвала подарил дошкольному учреждению автомобиль, пожелав коллективу успехов в их нелегком труде. Чтоб здесь всегда царил детский звонкий смех, радость, воспитателям хороших, добрых идей, благополучия, терпения, самое главное – здоровье. Также выразит благодарность всем, кто принимал участие в строительстве этого садика. Это вот управление капитального строительства, Тимур Михайлович, Кристина Константиновна. До последнего дня они всегда звонили, переживали, как у нас идет тут процесс. Конечно же, всем, кто здесь проводил работы, субботники, это и родители. И опять же, воспитатели, всем большое спасибо. Строительство дошкольного учреждения осуществлялось за счет средств инвестпрограммы на 2017-2019 годы. Объект был сдан в 2020 году, однако из-за недочетов при строительстве не был введен в эксплуатацию. Но все это теперь позади. Министр просвещения и языковой политики Нинал Габлия поздравил родителей и коллектив с открытием детсада и подарил детям игрушки. Слово было и за воспитанниками. Малыши прочли стихи. И вот долгожданный момент. Глава администрации Чемчирского района Беслан Бегвала и министр экономики Кристина Узган перерезали символичную красную ленту. Первыми порог переступили детишки. Все вокруг радует глаз. Необычайно красивая сантехника, яркая цветная мебель, аккуратно застеленные кроватки ждут малышей. Сад рассчитан на 100 мест, но заявление подали уже 120. У нас там и 140 детей бывало. У нас там 4 группы было на 80 детей. Но мы умудрялись, если ребенок хочет в детский сад, мы его за бортом не оставляли. Здесь городок Портовской очень много. И поэтому я вынуждена открыть одну русскую группу. Да, мы хотим, чтобы одна русская группа у нас была. И 4 группы я разрешение возьму, чтобы у нас 4 группы всегда функционировалось. А сейчас у нас будет 5 групп. Горожане давно ждали открытия дошкольного учреждения. Родители малышей, безусловно, рады этому событию. Мы очень рады, что этот садик открылся. Мы очень ждали. Условия очень хорошие. Будем с радостью ходить. Детский сад ожил. Просторные помещения наполнились детским лепетом и смехом. Взрослые постарались сделать этот момент незабываемым. А малышам осталось только расти умными, здоровыми и счастливыми. Алика Трапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.